Мы сегодня приехали в церковь, где здесь собака родила, где-то под сараем у них. Маленькие щенки буквально 2-3 дня назад родила. Собаку гоняли из церкви, что, конечно, мне непонятно. Отношение верующих к животным такое. Сейчас от собаки хотят избавиться, так как боятся ее. Хотя собака вроде бы сама их боится. Собака не агрессивна, а просто боится. Сейчас посмотрим. Вон там черная собака какая-то. Вон, видишь, собаку провис. Черная, вон собака. Вон, видишь? Аля, овчарка, не она ли это? Открывай консерву. Малыш. Крупная довольно-таки девочка-то. С ошейником она, да. В ошейнике собака. Явно больше домашняя. Девочка. Давай как-то не пугать ее, аккуратненько подойдем. Собака явно больше домашняя, не должно быть. Дика? Чего? Ну подожди, поводок, она испугается. Если что, так возьмем. Главное вообще, чтобы она подошла. Малыш, девочка моя, иди ко мне. Так, я пробовала. Ну, будь, на, смотри. Не бойся, я тебя яду. Иди. Не бойся, малыш. Не бойся, на, не бойся. Да. Она видна, моя девочка. Иди. Да, ну не бойся. Не бойся, дашь погладить? Дашь погладить? Не бойся, малыш. Ты же ее просто погладить, да? Иди. Я не обижу тебя, правда не обижу. Ты боишься? Ошейник, конечно, такой. Ошейник капец. Иди. Не бойся. Я не буду тебя обижать. Но она скалится немножко. Ну, можно и так поснимать. Ну что, собака у нас поймана. Сейчас будем детей искать. Я так подозреваю, что вот под этим сараем дети. Ребят, ну клетку несите. Она боится мужчин, кидается на мужчин. Она огрызается, боится. Она не дикая, а просто трусливая. Так, как мы ее будем запихивать? Давай, тебе придется сейчас клетку. Давай. Давай, давай. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Сына, как я ее сюда запихну? Давай, заходи в клетку. Давай, давай, давай. Молодец. Заходи, заходи. Жопу поднимай. Вот так, все. Тихо, 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 тихо. Все, хорошо, все хорошо. Все, есть. Готова, собака. Так, подождите. Подожди. Подожди, надо этот самый. Не бойся. Так, ребят, давайте под этот сарай. Как там? Уточни. Ну, скорее всего, здесь она стояла здесь. Уточнили мы, да, вот под этим сараем щенки. Ребята! Ребята! Вы где? Фарвис, иди сюда, вот здесь. Вот здесь вход, вот здесь лаз. Видишь, она лазит здесь, собака. Сюда залазьте, там где-то щенки. Все, собаку мы посадили в клетки. Все нормально. Собака контактная, просто боится. Они не выйдут. Чего, кого вы зовете? Щенки подсосные, вы что? Залазить надо туда, Парвиз. Щенкам 2-3 дня. Позови их, ага, может они выйдут сейчас. А, вот они. Видишь? Да, давай снимаем, видео потом зовем. Где? Ой, Парвиз, я не вижу. А, все, вижу, да, вот. Вот они, черныши, ага. Ну давайте, кто туда полезет? Кто смелый? Я не завязала одну дверь, щенков надо к ней впихнуть, чтобы она не переживала. А как она будет переживать? Давайте, ладно, залазь. Хорошо, там еще кобель будет сидеть рядом, понимаешь? Она будет нервничать. Так, а Лиджон у нас самый смелый, как всегда. Есть. Держите, ребята. Ага. Маленькие слепыши. Еще один коричневый, черненький. Да, овчарочки. Купила мамашка, да? Сейчас, так, подожди. Да, я снимаю. На. Мамочка, да, на тебе, на тебе. Вот, деточки твои. Деточки, да, все пять. На.
Не переживай, не бойся, все. Никто тебя не обидит, детей твоих не обидим. Да, на, все твои дети с тобой, да. О, все, видишь как? Все хорошо, все хорошо. Все, все. Завяжем на всякий случай. Все, дети с мамой. Все, мы поехали. Аккуратненько, вот так. Все. Все, пошли машину. Церковь. Что такое? Что такое? Кто потерялся? Кто потерялся один? Все, 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 потерялся. Мама, успокаивай. Пошли, пошли потихоньку. Блин, она их не подавит. Встает. Сейчас ляжет. Дали нам 5000 за собаку. Смотрите, там кобель аккуратно. Еще кобеля подобрали, пока сюда ехали. Внепланово. Все, накрывайте, да, клетку, чтобы он... Ага, все, ага, все, ага, кобелю надо. Ну что, ребята, малышка из храма. Едем, малыши спят с ней, все хорошо. Дай Бог, все у нас хорошо. Лиля у нас сегодня просто герой. Да, горжусь тобой, моя дорогая. Спасибо, Лиль. Ребята, в лохматой душе работают замечательные люди. Мальчишки у меня просто чудесные. Помощники тоже. Всем добра. Деток разместили. Мама, мама. Мамочка, мамочка. Мамочка, не бойся. Я не могу с него ошейник снять. Он здесь настолько задубел. Просто дубовый какой-то ошейник. Сколько лет он на ней. Да, малышка, малышка. Хорошая девочка, нежная. Ну, давай, с детками размещайся. Видишь, тебе тут постелили все. Все постелили. Давай, не надо тебе туда. Давай, размещайся. Вот такие малыши. Иди к детям, иди. Я сейчас постараюсь тебе снять этот ошейник. Боится меня, конечно. Собаки лают, переживают. Не бойся, малышка.